Елена Спиридонова недавно начала заниматься спортом. Стала ходить на пробежки и участвовать в марафонах. Один раз вышла побегать вечером и познакомилась с тренером по йоге, который проводит занятия в парке Гагарина на Самаре в движении. Так Елена узнала о спортивном марафоне и бесплатных тренировках с профессионалами. Ходила сначала на йогу, а потом решила попробовать себя в ушу. Я еще в университете хотела попробовать, но все не решалось. Пойти в тренажерный зал, это надо договориться, узнать, где проходят занятия. А тут прям просто прийти в парк и попробовать можно. Но это очень весело, интересно и очень полезно. Мне нравится. Спортивная акция «Самара в движении» проходит каждое лето по инициативе городского департамента физической культуры и спорта. Профессионалы проводят тренировки на открытых площадках. Занятия по ушу ведет Василий Иванов, тренер из Самарской спортивной федерации. Василий занимается китайскими боевыми искусствами около 10 лет. Считает, что Самара в движении – отличная возможность рассказать другим о своем любимом виде спорта. Ну, это интересный проект, который имеет свою прелесть. Вот. И если пригласят, я еще раз приду, конечно. Занятия проходят до 1 сентября на разных локациях – набережная, парке Гагарина и 50-летие октября. Присоединиться к тренировкам могут все желающие. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.